Смерть в прямом эфире. Кадры трагической трансляции в соцсети Инстаграм быстро разлетелись по интернету. На видео момент аварии в Изюме. По данным правоохранителей, 24-летняя местная жительница Дарья Медведева не справилась с управлением. На проспекте Независимости автомобиль BMW врезался в электроопору. Девушка погибла по дороге в больницу. Ее 16-летняя пассажирка София Магерка, которая вела трансляцию, скончалась на месте. До столкновения девушки пили и веселились. На видео зафиксировано, как София пьет напиток, похожий на алкогольный. Чекаємо на відповідні висновки щодо експертиз, які призначені на стан водія на момент скоєння дорожньо-транспортної пригоди, оскільки з опублікованого в мережі відео немає інформації стосовно вживання під час керування водієм. Девушки были активными пользовательницами соцсетей, публиковали множество фото с отдыха и вечеринок. Сегодня популярность в виртуальном мире имеет значительно большее, для многих молодых людей, значительно большее влияние, чем, например, социальный статус. Девушки настолько увлеклись, что называется, ушли в этот виртуальный мир, что они по сути своей потеряли ощущение реальности. И следствием стало то, что в отличие от виртуального мира, где можно в компьютерной игре сохраниться, да, отмотать все назад и переиграть все заново, в реальности они, к сожалению, обе погибли. Тем временем правоохранители установили новое обстоятельство. Автомобиль принадлежал гражданину Польши. Автомобиль, на якому скоєна дорожньо-транспортна пригода, мав реєстрацію Польщі. Попередньо також встановлено, що на даний час цей автомобіль знаходився на території України незаконно, оскільки термін тимчасового везення вже сплинув. Розслідування причин аварії продовжується. Єлена Нагорна, Ірина Сайко, медіагрупа «Об'єктив».